Вы смотрите обзор товара приманка гранулы для уничтожения крыс и мышей, туба 200 грамм. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Предназначение – готовая приманка, отличное средство для защиты квартиры, загородного дома, дачного участка от всех видов грызунов. Обладает привлекательным вкусом для вредителей. После поедания грызунами приманки действующее вещество приводит к их гибели. Описание: вес тубы – 200 грамм. Преимущество приманки гранул. Средство готово к использованию, достаточно лишь разложить яд в требуемых местах. Препарат длительного действия. Высокая эффективность. Для применения внутри помещений на открытой территории. Товар сертифицирован. Материал – бромодиолон. Размер – 0,56 на 0,56 на 0 метров 15 сантиметров. Вес – 0,2 килограмм. Условия хранения – хранить средство при ТИ от 10 градусов до плюс 30 градусов в складских помещениях, защищенных от воздействия влаги и света, в недоступном для детей месте, в плотно закрытой таре, отдельно от пищевых продуктов и лекарств. Срок годности – 24 месяца. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.